Итак, всем привет, ребят, с вами Flutter Green, а перед началом ролика я сразу же, прям на ходу, сразу же хочу сказать, что после этого ролика, после того, как я его выпущу на канале, я буду стримить такую вот игру, как Dreadout. Ссылочка будет в описании на мой Twitch канал, я буду стримить там. Да-да, я офигел стримить на Твиче, но мне нравится и нравилось стримить на Твиче, поэтому ссылочка обязательно будет в описании, жду вас там. А мы начинаем наш ролик. А мы сегодня делаем реакцию на... Так, это не та пони-страшилка. Пони-страшилку-пародию Булавка. Как вы можете помнить, я уже на Кэт-нянь делал реакцию, и благодаря мне она собрала 600 просмотров на первой части. И при этом еще 130 лайков на нем и 140 подписчиков на самом канале, за что я ее поздравляю. Сделаем тебе еще больше, так скажем, подписчиков. Что ж, а мы начинаем. Во! Тетя, это Булавка. Ваше молодое поколение, что, совсем тупое? У нас не было Булавки. Это подклад. Какой еще подклад? Но ведь это похоже на обычную Булавку. Ты чё, совсем глухая? Это подклад. Он создан для того, чтобы всякую дрянь в дом приносить. Например, тебя. Например, тебя. Почему так жестко? Чё она так жестит? Что ты от меня хочешь? Будешь помогать мне избавляться от подклада. Нет. В смысле нет? Нет. Ах ты ж окаянная, сижу тебя как овощ взращиваю. А ты мне помогать не хочешь. Вот возьму и отключу у тебя интернет. Ой, это знаете, как типичные мамки. Все, ты не хочешь делать, как я говорю? Не хочешь мне помогать? Минус интернет нафиг. Ну, у нас и так нет интернета. Выставлю тебя на улицу. Я ради... Это еще один, кстати говоря, самый типичный аргумент, типа, это моя квартира, мои правила, что-то такое вот. Родителям позвоню. Я отожму твою мобилу. Ладно, я помогу. Другое дело. Зачем ей мобилы, если и так нету интернета? Посмотрите на холодильник. Flutter, окей. Кто-то что-то об этом писал? Интересно. Нет, но это забавно, типа рисунок со мной на холодильнике еще. Тетя, я кушать хочу. Ты что делаешь? Я жареные скрепки есть не буду. Она была. Не мешай, тварь нечестивая. Не видишь, я подклад снимаю. Ты скрепку жаришь! И это чё, сковородка Далимана? Да, и... Ой, блин! Я так понимаю, это типа... это ж получается как бы пародия на ту самую пони-страшилку про Булавку. И там надо было типа снять нечисть и типа проклятие, что ли. Я не знаю, как это назвать, но, короче, что-то снять, и, типа, тогда все будет нормально. И теперь она пытается, видимо, все сделать. О, вода. На подоконнике. Ты что делаешь? Я эту воду заговорила. И водки добавила. Тетя? А, мои глаза! Что с этой тетей не так? Вот серьезно. Взяла, сначала заговорила воду и добавила туда водку. Потом взяла, немножко надхлебнула и плеснула этой же водкой в глаза своей племяши. Собирайся, поехали. Куда? Потом расскажу, сейчас собирайся. Так, куда мы едем? И зачем нам лопата? Ты чего, кого-то убила? Ты чё, охуела? Нет, конечно. Подклад снимать мы
едем? Чего неясного? Что неясного? Приехали. А теперь иди копай. Нет. Твоего мнения тут не спрашивали. Бери лопату и копай. Окей, бедняга. Фух. Снимись подклад во имя. Ты чё сидишь, как пень зыришь? А ну за мной повторяй. Нет, это тупо. Тупо это ложить в чай 7 ложек сахара. А это мера предосторожности. Я вообще не понимаю, вот 7 ложек. Вот, знаете, у меня была такая вот ситуация, где дед мне попытался сделать чай и спрашивает, сколько мне ложек сахара. Я сказал 1. Типа, мне, если чай, то я пью не очень сладкий. То есть, 1 или 1.5 ложки, или вообще без сахара. Он такой, чё так мало? Берёт и мне ложит 5 ложек сахара. Зачем? Зачем? Так что поднимай свою жирную жопу и повторяй за мной. Ладно. Подклад, смирись во имя. Так. Если к нам придет и будет стучаться какой-то пони и будет просить какую-то вещь, не открывай ему и не давай эту Ну, а почему? А иначе подклад не снимется. Окей. Чего надо? Привет. Извините, но мне очень нужна сковородка. Нет. Но она мне и вправду очень нужна. Я сказала нет. Пошла на... Бедняга. Вы извините за это мою тетю. Вот вам сковородка, которую вы просили. А, ничего страшного. Спасибо. Окей. Ну вообще, что я могу сказать? Что же я могу сказать? Нет. Что я могу сказать? Начнем с того, что они, ну, рисунки улучшились, но было бы забавно, если бы вместо вот этой вот поняхи вышла поняха вампирша из первого выпуска, типа, она только попросила сковородку, и это ее послало за то, что она как бы сначала клянчила вход, а потом начинает, типа, просить сковородку. Ну, какого хрена? Да, было бы забавно. Даже интересно, что вообще пишут люди. Сковородка за все обиды, а так видосик классный. Боже, это прекрасно, бабка теперь моя вайфу, чел, ты клёвый, ты молодец, желаю тебе удачи, очень смешно. Смешно, и рисовка мега крутая. Боже, превосходно, ура, я дождалась. Выставляю тебя на улицу, я родителям позвоню, я отожму твою мобилу, ладно, помогу, другое дело. Ну вот. Я однозначно ставлю лайк, а ссылочка будет на автора в описании, так что вы можете поддержать ее. И не забывайте заходить на мои стримы. Стрим будет вот сейчас будет точно стрим. Давайте-ка, жду вас. Всем спасибо за просмотр. С вами был Flutter. Всем удачи, всем пока.